Интересный факт, кстати, я этот коммент написал, пока я не посмотрел твое видео даже. Когда я посмотрел, я понял то, что... Ну, Так это может было быть, чтобы достаточно. не забегать вперед, не перебивай меня, пожалуйста, дружище. Может Извиняюсь. быть, может быть. Там есть что-то, с чем я согласен. Сейчас я предлагаю пересмотреть это замечательное, сногсшибательное видео на запись просто с тобой. Уже с какими-то лайв-комментариями. Ты буквально сказал то, что я правильно распознал то, что это были чем-то обоснованные слова. То есть то, что это Я не тебе просто сказал насчет... какие-то бессмысленные слова. То, что в этом был смысл. Почему ты пытаешься меня прибить, Тимур? Если ты хочешь проверить, кто кого переорет, то, очевидно, Это я не... переору. Это инстинктивно. Я за это извиняюсь. Это инстинктивно. Боже Ну... правый, это стыд. Да. Я, в свою очередь, контраргументировал это тем, что агрессии с нашей стороны не было, и то, что, как я изначально и сказал, если ты вдруг забыл мою изначальную Я не претензию, говорил... Ой, извиняюсь. боже Продолжай. правый, Тимур, не, ну не буди лихо, пока оно тихо. Вот ты реально хочешь проверить, кто кого переорет? Ну я переору, чувак, даже не пытайся. Я случайно, извиняюсь. Так вот,